где начальник очистки? А ты кто? Я председатель домкома Швондер. А хрен его знает, где твой начальник очистки. Сам его третий день ждем. Так. Милиция и следователь. Благоволите открыть. Где комната профессора? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса. А когда он уже был человеком, вот в чем дело. А, то есть он говорил. Но это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и его решить никто не убивал. Тогда вам придется его предъявить. 10-й день как пропал, а данные, извините, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю. Позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Это он? Он самый. Только сволочь опять оброс. Он же говорил. Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем. Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал, он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Атавизм. Неприличными словами не врываться! Валериан. Вы видели? Он натравил собаку. А Швондера я собственноручно спущу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского. Прошу эти слова занести в протокол. Слышали? Хорошо эти слова занести в протокол. Много крови, много песен. Так свезло мне.
так свезло. Просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ее небесное, старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть.